Добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы будем запекать курицу целиком в аэрогриле. Достаточно такой простой домашний рецепт, ничего сложного. Что любит курица? Курица любит майонез, аджику. Вот мы взяли соль, 4 вида перцев и овощную специю. Также чесночок. Вот у нас большая такая курица. Сегодня мы узнаем, на что способен наш аэрогриль. Будем запекать в нем курицу целиком. Что мы делаем? Вначале мы сделаем. Мы не будем ее обрабатывать, прям так целиком будем запекать. Как ее можно разрезать, убрать ненужные кости. Что мы делаем? Делаем надрезы ножом, прокалываем. Вот так ее прокалываем хорошенько. С этой стороны то же самое. Для чего нужны надрезы? Чтобы наш маринад пропитался и курица просолилась внутри. Также будем просаливать внутри. Вот здесь. Берем вот такую емкость. И непосредственно начинаем мариновать нашу курицу. Солим. Солим хорошенько, потому что курица большая, чтобы хорошо она просолилась со всех сторон. Внутри, прям вот так натираем внутри тоже солью хорошенечко. Соль. Добавляем чеснок. Добавляем майонез. Добавляем аджику. Аджички вот так добавляем. Овощную приправу. Она желтенький цвет. Неплохой она даст. И 4 вида перца. Как следует перчим. Такой простой домашний рецепт. Смотрите, вот этот маринад вовнутрь все хорошенечко натираем. Хорошо вот этим маринадом натираем вот так всю курицу. Снутри все натираем. Переворачиваем. Вот у нас, видите, такой золотистый цвет получается из-за аджики. Красивый. Все, вот так как следует натерли. Теперь надо дать ей 15 минут постоять, промариноваться в тепле. Итак, наша курица, ну вот смотрите, вот такую самую маленькую решеточку ставим, чтобы она поместилась. Наша курица промариновалась 15-20 минут. Помещаем целиком вот в эту чашечку, в нашу чашечку от мультиварки. И сейчас я еще раз повторяюсь. Сегодня я хочу узнать, на что же все-таки способен наш аэрогриль. То есть запекать будем целиком нашу курицу большую. Давай. Итак, мы включаем максимально 250 градусов. Надо включать максимально, чтобы была корочка. И давайте выставим, я думаю, на 40 минут таймер. И максимальная температура 250 градусов. И теперь мы посмотрим, что из этого получится. На что способен наш аэрогриль. И получится ли хорошая корочка. Посмотрим. Не зря ли мы его взяли? Итак, как вы видите, прошло 40 минут. Вот такая вот у нас красивая курочка получилась. Давайте ее достанем.
сочная. Вот такая вот курица. Сейчас проверим. Как вы видите, все готово. Все сочное. Все готово. Аэрогриль. Наш аэрогриль справился отлично. Вот такая вот зажаристая курочка у нас получилась за 40 минут. Вот такая вот красота. В духовке просто за это время у меня бы ничего не запеклось. А на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока.